уровень бедности снизился до 10,5%. Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. Все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто. Кажется, мы нашли самого оптимистично настроенного человека в Мордоре. Да, это он, сбрендивший тиран Путин собственной персоной. Никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию. В его мире иллюзий и розовых пони все хорошо. И Украину он уже почти захватил, и никакой мировой изоляции для России не случилось. И никакие санкции его страну не испугали. Целью было поставлено обрушить российскую экономику. Это не получилось. Да, она стала действительно, и в этом и право, гораздо более адаптивной, более гибкой. Очень правдоподобно. Но тут прослеживается тотальное несоответствие позитивного настроения Путлера и довольно упаднических эмоций у его народа. Пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо? Цены сильно очень повысились, зарплаты не повышаются. Ну да. Значит, войну они все начинали радостно сидя у телевизора. А теперь удивляются тому, что 2022 год вдруг выдался для них очень тяжелым. За последний год легче стало жить или труднее? О чем вы говорите? Какой легче? Всего легче. Цены поднимаются, а пенсия не поднимается. На что жители Мордора жалуются больше всего в последнее время? Ну, конечно же, на цены, а точнее, их сумасшедший рост. Ой, да все продукты подорожали. Господи, за что не возьми, из колбасы, и сосиски, там еще чего-то. Подорожало все. Даже хлеб. Вообще все продукты каждую неделю дорожают. Сегодня в РФ дорожает все. Абсолютно все. И продукты в магазинах, и лекарства в аптеках. В аптеку зашли, посмотрели, сколько эти бедные люди, особенно пенсионеры, отдают деньги за лекарства. А почему, как думаете? Не знаю. А почему в магазинах продукты подорожали? Думали, можно так просто на полном морозе развязать полномасштабную войну в центре Европы и никаких последствий от этого не получить? Почему-то все растет, а зарплаты не успевают за ценами расти. Доходы не растут. Тарифы выросли. Больше ничего. Думали, что санкции действительно не работают, потому что вам так по телеку говорят. Антироссийские санкции не оказали желаемого для Запада эффекта. А вот и нет. Санкции против РФ действуют и довольно успешно. Да, апокалипсиса, о котором говорили и которого ждали многие еще весной 22-го, не случилось. Но Мордор уверенно движется к экономическому краху. Других вариантов сложившейся ситуации у РФ просто нет. Мы находимся в той ситуации, когда со всех сторон все очень плохо. Официальные отчеты в паре с пропагандистами уверяют, что с инфляцией в России все не так плохо. Мол, доходы россиян снизились совсем на чуть-чуть. Но стоит взглянуть на ситуацию слегка с другой стороны, как тут же открывается новая, нелицеприятная для рашистов правда. Якобы у россиян не сильно снизились реальные доходы, всего на 1,5% по версии Росстата, но при этом розничная торговля рухнула на 10%. То есть это значит, что россияне получают примерно столько же денег, но покупают в магазинах на 10% меньше. Падение розничных продаж на 10% означает очень быстрое схлопывание через несколько времени целого сегмента предприятий, которые работают в сфере розничной торговли и услуг. Ну, то есть доходы-то, может, у большинства и остались на том же уровне. А вот их покупательская способность волшебным образом скатилась в яму. Реальные цифры инфляции за прошлый год могут достигать 22%. Для примера, очень показательная подготовка россиян к Новому году. Заходишь в магазин, и ты просто чуть ли не плачешь, когда смотришь на цены. Сильно подорожал новогодний стол с прошлого года? О, да еще бы они подорожали. А еще до Нового года он еще подорожает. Еще подорожает, ага. Цены-то, они что творится? День поднимается. Многие, а в особенности пенсионеры, отказались торжественно встречать 2023 год. Нет, не из-за солидарности с украинцами. Не из-за мук совести, а из-за того, что им попросту не хватило денег на праздничный стол. Ну какой праздничный стол? Праздничного стола у меня не будет. Даже горошек какой-то стоил 70, сейчас 150. Зеленый горошек. Вообще все дорого. Вообще все дорого. Все, к чему не подойди. Вообще, что было год назад, совсем другое было бы. И меньше траты намного. Продавцы и предприниматели в один голос твердят об ухудшении уровня жизни их клиентов. Говорят, что люди стали покупать гораздо меньше. Ну, я смотрю, вы торгуете. Больше ли стало у вас покупателей? Нет, меньше. У людей денег нет. Покупать больше или меньше стали? Меньше. Оборот упал резко.
Если а цены подорожали. Цены, ЖКХ подорожало, все подорожало. Стали меньше пользоваться услугами. Я работаю в индустрии красоты. Если раньше женщины могли себе позволить многое, то теперь как бы это делается все гораздо оттягивается. Даже данные официального ВЦИОМ говорят о том, что россияне в 2022-м стали намного экономнее. Они начали экономить на еде, на косметике, на каких-то базовых потребностях. Люди, конечно, стали жить скромнее. И речь-то идет о прошлом годе. Тогда российской экономике еще помогали большие нефтедоходы. Но недавно Евросоюз ввел потолок цен на российское топливо. А значит, в скором времени затыкать дыры в бюджете будет просто нечем. А дыры в российском бюджете уже, мягко говоря, не маленькие. И будут еще более внушительными. Минфин рассказал о рекордной дыре в российском бюджете. По итогам 2022 года дефицит федерального бюджета составил 3,3 триллиона рублей. Дыра в бюджете России может достигнуть 6 триллионов. И вот подъехали данные за первый месяц 2023 года. Дефицит российского бюджета в январе составил, внимание, 1,8 триллионов рублей. За один только январь. Российский бюджет из-за санкций в январе испытал первый серьезный шок. Доходы упали на 35%, а расходы выросли на 60%. Такого не было с 98 года. Несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Очень интересно, за чей счет будут латать такие гигантские дыры? Конечно же, за счет народа. Все везде повышается, налоги повышают, везде все повышается. Жители недовеликой страны вон уже и на митинги против повышения тарифов начали выходить. Не очень им хочется за так называемую спецоперацию из своего кармана платить. Но дело в том, что их никто и не спрашивает. Надо, значит надо. Требуем от вас отмены этого повышения и принятия разумного и честного размера оплаты коммунальных услуг, соответствующего изменению дохода граждан. Люди добрые, понимаете, ну жить уже, кушать нечего некоторым. В январе, после того, как санкциям в отношении российских энергоносителей дали зеленый свет, в казну РФ поступило 425 миллиардов рублей нефтегазовых доходов. Это на 47% меньше прошлогодних показателей. Нефтяное эмбарго, полностью перекрытый газовый экспорт в Европу. Мы не будем получать тех денег от нефтегазовых поставок, которые получали раньше. Это значит, дефицит будет расти, значит, ФНБ будет расходоваться быстрее, значит, еще будет дополнительно ускоряться инфляция. Bloomberg пишет, что из-за ограничения цен на нефть Россия ежедневно теряет больше 170 миллионов долларов. Недавно заработала эмбарго на российские нефтепродукты, так что потери увеличатся еще сильнее. С 5 февраля цифра вырастет до 280 миллионов, когда ограничение распространится на нефтепродукты. Ну, елки-палки. А помните, совсем недавно Путлер говорил, что Россия особо не понесет потерь из-за потолка цен на нефть? Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа, не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка. Ну, что тут скажешь? Не до царь, как всегда, врал. Верить никому нельзя. Россия настолько не понесла потери из-за потолка цен на нефть, что буквально готова продавать ее в убыток себе же. Индия начала покупать российскую нефть по минимальной цене. Эксперты считают, что доходы России от нефти и газа вернулись в 2004 год. После того, как санкции заработают в полную силу, с падением уровня экспорта российской нефти сократится и ее добыча в РФ. Мы закладываем падение примерно с 525 миллионов тонн добычи нефти в текущем году, примерно до 475 осторожно в следующем году. И это немедленно влияет и на бюджет, и в целом на экономику. Что это означает? А то, что развитие новых месторождений практически остановится. Те, что есть, сократят свои мощности, и в итоге тысячи работников нефтегазового сектора лишатся работы. Потеря нефтегазовых доходов очень сильно ударит по недовеликой. Они очень важны для рашистов, так как составляют треть всех доходов, наполняющих бюджет Мордора. В 2021 году общие доходы российского бюджета составили более 25 триллионов рублей. Из них 9 триллионов принесли нефть и газ. Это больше, чем доходы от всего производства внутри страны. Бюджет у России в прошлом году был профицитным. Страна заработала на 500 миллиардов рублей больше, чем потратила. Вот только если мы исключим из бюджета нефть и газ, то получим потерю 8,5 триллионов. Нефть и газ — это социалка, пенсии и зарплаты бюджетников.
Не будет нормального экспорта ценных ресурсов, народ недополучит денег. Собственно, начинает недополучать уже сейчас. Зарплаты не успевают по ценам. Вот если я получал, допустим, 4-5 лет назад это одну зарплату, она мне хватала, сейчас она мне не хватает, зарплаты мои, потому что цены уже скаканули. Все подорожало, а зарплаты как не поднимаются, ни зарплаты, ни пенсии. Где деньги? Пусть деньги вернут. Средства будут урезаться во всех сферах. Значит, дороги станут еще хуже, коммунальных аварий будет еще больше. Особенно пострадают образование и медицина. Кажется, куда же еще хуже? Ведь в этих отраслях и так было все негладко. А сейчас так вообще начнется веселуха. Зарплата 75% российских врачей не дотягивает до уровня майских указов президента. Врачи вынуждены работать на несколько ставок, чтобы получать адекватные деньги. Зарплата у нас очень маленькая. Зарплаты до того низкие, что получаем в районе 18-19-20 тысяч на руки. Мы требуем повышения нам заработной платы. Вон на России медработники, в частности водители скорой помощи, уже вовсю записывают видеообращения с жалобами на свои нищенские зарплаты. Люди увольняются массово, скорая помощь вообще встанет. На любые просьбы к администрации сделать что-то с заработной платой нас отправляют за забор. Мы требуем повышения заработной платы! Ну чего вы возмущаетесь и страдаете? Разве маленькие зарплаты и пенсии — это так важно? Главное же, что Путин проклятый Запад на колени поставил. Разве нет? Главное наш статус, что мы великая страна и никогда не отступим и своих не бросим. Россию все больше и больше уважают. Помимо инфляции, в РФ растет и безработица. Хотя ВВХ думает, конечно же, иначе. Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае-июле это было всего 3,9%. Это все очень интересно. Но ничего не хочешь поведать своим гражданам о скрытой безработице. Если посмотреть на объем скрытой безработицы сегодня по России, то на конец третьего квартала это было почти 5 миллионов человек. И эта цифра, как вот вы видите на графике, она достаточно сильно растет. Можно посмеяться и над их баснями про якобы некатастрофическое падение ВВП. Да, падение есть небольшое. По мнению многих экспертов, во время войны в принципе нет особого смысла как-то ориентироваться на этот показатель. Каждая дополнительная построенная ракета, да, это проблема для бюджета, но это хорошая новость для ВВП. И чем больше вы производите ракет, тем больше ВВП сегодня. Качество жизни российских граждан, это не имеет никакого отношения. А вот как раз с падением качества жизни россияне сегодня уже сталкиваются вплотную. И падение это существенное. Они не могут нормально летать на отдых за границу. Уже вскоре не смогут ездить на иностранных машинах. Все, что предложит им их государство – «Лада» без подушек безопасности и китайский кроссовер «Москвич». Ну, страна-изгой, она, значит, полная изоляция на ближайшие годы. С десятилетия и в политическом смысле, и в экономическом. В общем, по всем показателям качества жизни гражданам недовеликой страны придется возвращаться в конец 90-х. Отличная перспектива, не так ли? То, что вот мы заканчиваем 2022 год без какого-то вот прям коллапса, который многие люди ожидали, ну, это совершенно не значит, что в экономике все хорошо. А людям придется достаточно сложно. И с точки зрения доходов, и с точки зрения возможности отдавать банкам кредит. Все в РФ пусть и медленно, но главное, уверенно движется к экономическому дну. Международные компании продолжают убегать из Мордора. Инвесторы не приходят и не придут работать в страну, несущую смерть и ужас в других государствах. Из страны ушли десятки международных компаний. Россия оказалась в изоляции, уехали сотни тысяч людей. А сколько российских военных погибли на фронте, одному Минобороны известно. Как в таких условиях экономика страны будет расти? Никак. А если учитывать, что Путлер продолжает вбухивать миллиарды в войну на геноцид мирных украинцев, так тем более. Прямо сейчас миллиарды наших денег идут на военные преступления, а не на развитие России. Санкции, отток капитала, стремительное сокращение производства, массовый отъезд населения, которое могло бы трудиться на благо своей страны – это, конечно, хорошо. Но самый большой удар по экономике России продолжает наносить сам же Путлер своей войной, которую он называет спецоперацией. То, что могло стать школами, садами, больницами в России, летит убивать людей в Украине. За год войны Россия потратила на это не меньше 80 миллиардов долларов. Это по самым скромным оценкам.
Это четверть бюджета всей страны, которая, напомню, вообще-то в дефиците. Путинская агрессия уже отбросила Мордор на 30 лет назад. Но ВВХ не прекращает войну, живет в какой-то вымышленной реальности. Рынок труда устойчив, финансы государственные устойчивые. И, похоже, готов довести свою страну до каменного века. Это наш выбор. Как в таких случаях говорят. И санкции-то не прекращаются. А это значит, что уже в скором будущем россиянам будет еще хуже. Гораздо хуже. Нужно просто немного потерпеть. Так ведь привыкли говорить народу на России. Ну, ничего, потерпим. Мы привыкли уже к этому.